Привет, с вами замедленный Пози. Сегодня вместе с вами посмотрим на самых смешных детей в интернете. И если ты засмеешься, то ты проиграешь. Тебя лайк и подписка, если ты смог зайти на ютубчик. Вот это я понимаю фейл. Это была любимая бабушкина картина. Зачем ты ее сломал? Вы представляете, какой сейчас шок он испытывает? О май гад. Судя по его выражению лица, ему кирдык. Смотри, мы на камере. Нас снимает скрытая камера. Упал. Это я, когда на меня кто-то смотрит со стороны. Так. Офигеть! Если бы я был маленький, у меня в комнате стояла камера, и со мной кто-то неожиданно заговорил бы через эту камеру, я бы начал кричать. Оу-о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 у, курица его вот-вот заклюют! Собака решила выгулить ребенка. О, это так смешно. Да ладно, что ж вы все время-то спотыкаетесь? Я не понимаю. Неужели сложно смотреть под ноги? Оу! Он просто решил неожиданно искупнуться. Да, на улице жара. Судя по всему, они живут где-то в Лас-Вегасе или в Техасе. Вы посмотрите, какие растения у них здесь растут. Ну да, жарко на улице. Он так и планировал. Сейчас палец застрянет в носу. Чё ты меня снимаешь? Чё ты палишь на меня, когда я ковыряюсь в носу? Вот что она думала, когда ее снимали. Это очень смешно. Кто дал ему покататься на мотоцикле? Он там, наверное, пробил стену этим мотоциклом. Хорошо, что сам не ударился. Ну, блинский, это выглядело очень забавно. Ладно, минус одно сердечко пускай у меня будет. Кстати, у тебя и у меня будет по 5 сердечек. Так что досмотри этот ролик до конца, и в конце видео узнаешь, кто из нас с тобой победит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Он такой, блин, что делать, что делать, что делать? Я раздолбал мотоцикл. О, боже мой. Как я мог про это забыть? Нет, 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 только не это. Спокойствие, только спокойствие. Я вам уже не раз рассказывал о War Thunder, бесплатном масштабном онлайн-экшене, в котором наземная, воздушная и морская техника сражаются в динамичных битвах на локациях по всему миру. Но почему-то еще не все оценили, как игра прокачалась за последнее время. Графика, физика и звук War Thunder постоянно улучшаются, поэтому игра выглядит потрясающе и передает собой динамику голливудского блокбастера. Здесь проработан каждый элемент техники, как визуально, так и в геймплее. Поэтому все машины отличаются в бою и имеют свои уникальные особенности. А также каждое попадание по врагу имеет свой эффект и визуализируется крутейшим режимом X-Ray. Ты можешь ворваться в бой на танке и захватить территорию, влететь на самолете и организовать поддержку с воздуха, прикрыть товарищей на боевом вертолете или даже уничтожить всю карту мощным ядерным ударом. И сейчас самое время залететь в игру, ведь с обновлением стали доступны топовый истребитель Су-27СМ и израильский бронетранспортер на мер. Ну а также новые ракеты с активным радиолокационным наведением, которые сделают авиационные бои на современных самолетах еще более драйвовыми. Ну и не забываем про две новые карты для напряженных авиационных и морских сражений. Загадочная долина и Берингово море. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Все новые игроки и те, кто не заходил в игру более полугода, получат крутейшие бонусы. Самолет Ла-5 и танк Т-34 в аренду на неделю и уникальные скины для них в подарок. Топовый декоратор Ярость Медведя, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины, неделю премиум аккаунта и другие подарки. Поспеши, ведь сезон бонусов с советской техникой скоро закончится. Даже не знаю, как это прокомментировать. Вы что, его не кормите, что ли? Фу, опять собака решила выгулить того же чувака, судя по всему. Сейчас я вам покажу фокус. Этот фокус называется «Смотрите, как я могу отрубиться за пару секунд». Этот чувак, судя по всему, переиграл Fortnite. Не, слушайте, нормально танцует. Нормально танцует. У этого чувака есть чувство ритма. Опа, кепка прилетела. Ты коси газон, а не танцуй. Ох уж это поколение Fortnite. И как выбраться из этой ловушки? Как она вообще туда попала? Офигеть! Оттуда реально невозможно выбраться. Звук, как будто, вы знаете, кот какой-то ругается. Знаете, коты издают вот такие похожие звуки. Это чисто я, когда меня отправили в первый класс в школу. Этого вообще вверх ногами несут. Я хочу в школу, отпустите меня. Хочу дома сидеть и играть в Fortnite. Так, а этому нужен вентилятор.
Окей, кондиционер, судя по всему, в машине не работает. Ладно, чё? У него спросят в школе, а зачем ты пришел с вентилятором? Он такой, потому что это бесплатно. Это халява. Ребята, поставьте лайк, если любите халяву. Если ты поставишь лайк под этим видео, то ты обнаружишь у себя под подушкой алмаз. Огромный алмаз, я не шучу. Забирай халяву, пока не поздно, нажми на лайкосик. Что она там готовит? Так, осталось всего лишь добраться до дома по этому гололеду, по этому склону. На четвереньках. Собака такая наблюдает из окна. А, почувствуй себя в моей шкуре. Блинский. Вы представляете, какая там температура? Минус 40. Ох уж это суровая жизнь школьников. В городах, где минус 40. Так, камера видеонаблюдения. Он хочет украсть кусочек пиццы. А, это Криспи Крим пончики. О, обожаю эти пончики. Блин, они очень вкусные. Так. Опа! Ну хорош, меня запалили. Я всего лишь хотел переживать этот пончик и выплюнуть его в раковину. Так. Споткнулись, конечно, ловушка. Они опаздывают в школу. Нет времени. Оу! Что это было? Почему он на ровном месте упал в воду? Так, еще раз. А, нет, он просто кидал палку и упал в воду. Блин, я подумал, его что-то сбило с ног. Потому что это очень странно выглядело со стороны. Это какой-то план у них был. Как обчистить холодильник. Ну, слушайте, вы же не в мультике. Вы могли просто пододвинуть какую-то табуретку. У них там кресло было вообще в комнате, в зале стояло. Почему не подвинуть кресло? Ладно, да, это слишком долго и слишком шумно. Хорошо, слаженная командная работа. Зовут квадроцикл. Ага, понятно. Опа, сейчас будет у кого-то минус машина. Сейчас будет вмятина. Слушайте, а мне сегодня снился сон, как будто бы я помял чью-то тачку. Блин, он остановил ее прям в последнюю секунду. Ему прям очень повезло, чтобы не получить ремня. Опа. Что здесь происходит? Там написано паста. Это какая-то паста. У тебя большие проблемы, сестренка. Хватит это делать, она такая. Нет, это моя паста. Ага. Вот так выглядят хейтеры, которые преследуют меня. Бывают такие чуваки, когда ты идешь по улице, они тебе что-то кричат вдогонку непонятное. Даже разобрать невозможно. И вот так вот кривляются перед твоим домом. 100%. Я думал, он сейчас исчезнет, представляете? Если бы вот эта доска упала, а под этой доской никого бы не было. Он пытался взлететь, судя по всему, с помощью этой доски. Он не понимает, как работает физика. Ну, конечно, его лучший друг пошел его фотографировать. Итак, тун-тун. Оу, карма ее моментально настигла. Что это был за смех сейчас со стороны? Объясните мне, пожалуйста, кто это так посмеялся? Это его мама так посмеялась? Она как будто бы начала смеяться заранее. Слушайте, я считаю, что это уважительная причина не идти в школу. У тебя спросят, что произошло, почему ты сегодня не пришел? А ты такой, я вышел из дома и упал. И у меня испортилось настроение, знаете, минус вайбик. Падение Титана. Оу! Кристиану Роналду! Блин. Это видео до сих пор крутится у меня в голове. Я объявляю, что вот это видео было самым смешным на планете. О май гад. Она тоже упала на ровном месте просто. Минус сердечко. У него прикольная желтая толстовка, как у пацана из фильма «Оно», которого Пеннивайз похитили. Оу! Я пытался, кстати, паркурить сам через эту штуку, и честно вам скажу, это достаточно сложно. В фильмах это выглядит намного проще. И опять желтый комбинезон. Почему у всех желтые комбинезоны? Она пыталась всего лишь покачать свою бабушку на качелях. Так, он почти догнал эту штуку. Почти догнал. Бум! Нокаут! С тех пор он понял, что не хочет быть боксером. Офигеть, как быстро она проскользила по этой горке. Так. Сейчас будет опять какой-то фейл. Я более чем уверен. Ладно. Оу. О, капец! Она прям совсем маленького роста. Мне кажется, любой другой ребенок, который вот так вот проскользил бы, начал бы уже рыдать. Смотрите, она просто такая. Окей, все нормально со мной. Кстати, в шлеме катается. Вы видели выражение этого пацана? Так, мои руки в порядке, ноги в порядке. Фух, пронесло.
Сальтушкой! Сальтушкой. Что вы выберете? Сальтушкой с альтушкой. Моя жизнь больше никогда не станет прежней. Я перестану использовать эту фразу. О, это было, наверное, очень неприятно. Похавал снежка, так скажем. Он думал, что он полетит как на хеликоптер, хеликоптер, то быстрее скатится. Мой канал! После замедления Ютуба. Как вам шутка? Ладно, я на самом деле очень рад, что половина аудитории догадалась, как они могут смотреть Ютубчик. Вы большие молодцы, ребят. Поставьте лайк, если вы догадались. Оу! Неприятнейшее падение. Почему все эти видосы как-то связаны с детской площадкой? А, я понял. Тут написано. Funny playground fails. Смешные фейлы на детской площадке. Господи, я такой тупой. Помогите мне кто-нибудь, пожалуйста. Оу, пригнись. Прыгай, прыгай. Ноу. Не-не-не-не-не-не, обернись. Нормально, он еще и посмеялся. Он такой... И вырубился. Адам, мне показалось на секунду, что этот ролик реверсивный, то есть идет задом наперед. Хотя, как могло это видео идти задом наперед? Это было бы очень крипово. Так, не делай этого. А, я рисую, со мной все в порядке, я рисую. А, он кушает невидимые хлопья. Он совсем маленький, он еще не понимает, как открыть упаковку. А, ему просто хочется хлопьев. Чувак, давай я тебе отправлю 10 тысяч хлопьев. Спайдермен, Спайдермен. Человек, но паук. На, держи, кушай. Просто идеальный расчет, чтобы спрятаться. А, где мяч? Долго, долго он как-то соображал. Это мне напомнило историю, которая со мной тоже произошла в детстве. Пнул мяч, и он улетел прямо в окно почтового отделения. Ну и я, конечно же, свалил. И понятное дело, что меня никто не вычислил. Так. Блин, с каждым разом становится все смешнее и смешнее. Терпение, главное не засмеяться. Ребята, это челлендж серьезный, если что. Она просто побежала гулять. Такая, о, бабушка приехала. Уу, улица. То самое чувство, когда ты пытаешься помыть посуду, у тебя там лежит ложка, ты включаешь кран, и вся вода от этой ложки рикошетит тебе в лицо. Я вижу, что это лучшая идея. На! Он как будто бы так и планировал. Он такой, так, кто поставил пароль на мой аккаунт в Fortnite? Так, это что, это нерв какой-то? Оп, упаковался. А это, судя по всему, был кошачий туалет. Вау! Вы видите это? Вау! Воздух горит! Это, видимо, его первая реакция на салют. Так, 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 вращается колесо. Кто поставил здесь эту мусорку? Признавайтесь. По-моему, это была только что новая песня Бритни Спирс. О, ничего себе! Костюм миньона. Миньон против папарацци. О, она кормит курочек. Опа! Не, я, конечно, все понимаю, что все любят крылышки KFC. Но чтобы вот таким образом ловить куриц... Лови мяч! Бум! Это момент один на миллиард. Так, на! Нафиг эту коллекционную гирлянду за 1 миллион долларов. Упс. Что? Это ты виноват! Давай! Ты сможешь задуть свечу! О, по-моему, я это видел. Ух ты! Реакция собаки просто топ! Очень сложно сдержаться и не засмеяться. Смотрите на собаку. Зря я посмотрел это второй раз. Еще минус одно сердечко, капец, я могу вот-вот проиграть. Танцуй вместе с ним. Но! Прикиньте, что у него в голове происходит. Это что, передо мной танцующий гном? Он оседлал козу!
Оу, и упал в бочку с водой. Момент, когда ты сдаешься. Удар. Пум! Вот это, я понимаю, профессиональная игра в гольф. Шу. Бэйби Вип. Он пытался выключить пылесос. Ему просто не нравится этот звук. А этот спрятался. Просто вырубило батю! Знаете, что еще более неприятно, когда ресничка попадает прямо в глаз? Или твои верхние ресницы застревают под век... Зачем я вообще об этом говорю? Это очень противно. Эта жизнь несправедлива. То, что я строил 5 минут, разрушилось за 1 секунду. Что? Чем он в себя брызнул? Липучка вот этой новогодней? Веселье, кататься на горках, конечно. Оу, кто съел всю пиццу? Нет, только не салат. Хочется пиццу. Нет, убери эту бяку от меня подальше. Выкинь в мусорку. Ты не видишь, что ли, я ем здесь пиццу? Чувак, крепись. Такое бывает. Ух ты! Вот это скример. Оу! Без передержания один ролик не обходится. Как будто бы это классика. What? А по лицу за что? Собака пришла пожалеть. Видимо, с собакой тоже такое происходило. Он спрятал все под одеяло. Летающая фея из Питер Пэна. Который летит прямо в камин! Нет! Представьте, если подобный кадр был в мультике Питер Пен. У всех детей бы поломалась психика вот с самого раннего возраста. Ах, ненавижу эту работу. Это он там такую кучу накопал? Так, так. Кстати, гараж мне чем-то напомнил гараж Рика из Рика и Морти. Привет! Бегите! Восстание динозавров! Я не смогу досмотреть все эти ролики до конца. Я не смогу с этим справиться. О, бедные пальцы батька. Он просто хотел поиграть на пианино. Вылили какао. Пёсик. His name is John Cena. Опа, получай по ноге палкой. Я никогда вживую не видел вот эти вот пиньяты, летающие пиньяты или пиньяты, которые просто к дереву привязаны. Вообще ни разу. И даже не понимаю, зачем крутиться, прежде чем разбить стекло. Не, ну, бро, больше ты на хоккей не пойдешь. А может быть, это отличное начало. Тот самый момент. Сейчас опять появится та самая собака, которая такая: нет, проснулись быстро. Приснилось, что я падаю. Ну, по-моему, он добрался до финиша. О, черепашки-ниндзя. Давай, пятюню. Черепашки дальше уехали. А, это очень мило. Если бы так мне кто-нибудь сделал в 2020 году, мое бы сердце не выдержало. Он достал пончик, но пончик улетел. Я такой, ладно, возьму здесь... халявный пончик. Лайфхаки от сливки шоу. Так. Ничего себе. Он хотел стырить сэндвич. Видимо, он прям был очень голодный, раз целый сэндвич огромный хотел съесть, который даже больше, чем он сам. Офигеть. Зачем он это все на диван вывалил? О май гад, это был майонез, судя по всему. Она решила сделать себе новую прическу. Ребят, это туториал по тому, как сделать себе классную прическу. Так. Так, ну что-то мне подсказывает, что она не ожидает того, то что она сейчас может лишиться клока волос. Она реально это сделала? А зачем? Офигеть, еще больше. Ты что? Ты только что отрезала себе кусок волос? Зачем ты это сделала? Вы видели? Она беспалевно волосы выбросила за коробку. Ну, достаточно смелый поступок. What is this? Что это? Раковина засорена. I don't know.
Я не знаю, что это. Мне кажется, что это был вот тот самый лепрекон, которого пнули. Он просто прилетел в эту ванну и засорил всю раковину. А этот чувак решил воспользоваться краской и просто немного подкрасить свою комнату. Нет! И он весь телек заляпал. Потому что я могу. Отличное оправдание. Зачем ты это сделал? Потому что я могу. А тут просто кто-то решил измазаться землей. Заземлиться. Какие классные слова я знаю. Я даже не знаю, зачем они это сделали. Просто решили высыпать грязь. Ты думаешь, что ты выглядишь круто? Знаете, по-моему, это начало Джокера с Хоакином Фениксом. Джокер. Начало. В 5 лет он уже собирался устроить какой-то переворот. Только у себя в квартире. Она высыпала всю присыпку, судя по всему. Прямо на кровать. Может быть, она просто решила закосплеить призрака? Оу май гад. Кто-то съел весь торт. И спрятался в угол. Прямо в прихожей. Там же люди вообще-то в обуви ходят. И еще немного школьных фейлов. Ну, конечно же, куда без этого? Опа. Сейчас я вам покажу, как я исчезну. Фу. Оу, как он впечатался в шкаф. Вышибалы. Опа. Минус оператор. Просыпайся так каждый день. Лучше, чем кофе работает. Мяч застрял. Все, давай, 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 давай. Обходи все эти конусы. Хорош. Хорош. Оу! Что за странное испытание завязывать себе глаза и пробегать через конусы? Зачем? Это же невозможно сделать. Вероятность на это 1 к 100. Ну, типа, почти что танец из Fortnite. Ну, почти. Ну, эта тетка навела шороху в зале. Фу. Опа! Смотрите на этого чувака. Бу! И он так орал целый час. Не радуйся, пока ты не достиг. Так называется этот ролик. Оу! Ну, дружище, не будьте трюкачом. Блин, она училась кататься на 4-колесных роликах, а я на 2-колесных. Точнее, 3-колесных. И выглядело это примерно так. Мне подарили ролики и сказали, теперь ты идешь на улицу и будешь учиться на них кататься. И не вернешься домой, пока не научишься. Офигеть, какая огромная дженга. Ну, если такие блоки упадут... Хорошо, что у нее был шлем. Поздравляем тебя с 3-летием. А-а-а, мне целых 3. Are you okay? Надежный план, как швейцарские часы. Давай, ты сможешь. Нет, пожалуйста, уберите меня отсюда. Не хочу кататься на коньках. Да, это выглядело примерно так же, как я учился кататься на роликах. Но, кстати говоря, на коньках я научился кататься буквально сразу. Меня поставили на лед и все, изи-пизи. Поехал. Так, он дрифтит и врезается в гараж. И на велике меня также учили кататься. Ха, у меня слишком много вопросов. Забери это! Воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе, у него крепкая хватка. Он просто раздербанил весь пакет. Мне кажется, страусы вообще не с нашей планеты. У них шея такая длинная, и выглядят они так странно, как стервятники лысые. Это не твой день рождения. Почему? Почему мне не 9? Почему? И пацан просто сидит как Сигма. Сигма — семейный бизнесмен. Это же Сигма, это убийца, да? Кия! Кия! Но они просто падают, я жду каких-то фейлов. Вот сейчас будет фейл, смотрите. Что? Да прыгай вместе с этой табуреткой, пофиг. А, он потерял свой носок, правильно. Батуты не ждут. Нафиг эти носки. Прикиньте, если она попалась себе так по голове, еще впечаталась в ковер. Куда ты едешь? Куда ты едешь? Я хотел проверить почту. Итак, сейчас он выбит страйк, смотрите-ка. А, не показали. Чувак упал с качели. Это было действительно очень крипово. Это, наверное, самое криповое видео за весь сегодняшний ролик. Выключение игры. Это мой новогодний водитель. Да, это он. Примерно так он меня подвозил до дома. Прыжок. Приземление. Это было совершенно не смешно. Мне жалко этого паренька. Зачем он это сделал? Он же спокойно спал. Стоп, остановите меня! Блин, на скейте самое сложное остановиться, когда скейт уже разогнался. Я примерно так же спрыгивал в ближайшие кусты со скейта. О, да, бейсбол. Оу!
Вот это ему, конечно, прилетело. Эпичное падение через 3, 2, 1... Я это предвидел. О да, это самая классная и гениальная идея, которую можно было придумать. Переплыть на корыте через озеро. На корыте, Карл. Ладно, давайте будем с вами честны. Кто не занимался плаванием на корыте в детстве? Я через любую лужу пытался переплыть всеми возможными способами. И все эти способы не увенчались успехом. Титаник потонул, плывут в сторону берега. Опа! Оу! Хорошо, что они полотенце постелили. Это было бы очень неприятно. Вперед! Интересно, а желтые и красные карточки существуют в американском футболе? Так, прыжок через сетку. Я падал примерно так же, только когда пытался перепрыгнуть через забор. Ох уж эти времена, когда я был паркуристом. Хотя паркуристы, по-моему, так не фейлят. Ту-ту-ту-ту-ту. Сейчас порвется батут. А, нет. Я подумал, что он решил насрать в это ведро. Заходишь ты в строительный магазин, идешь между полок и такой, где же мне найти обои? И видишь, как какой-то пацан срет ведро. И его снимают на камеру. Это действительно странно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, смотрите, как он вращается. Что, страйк будет? Нет? А, не показали. Держись, чувак! Ему удалось продержаться целых 2 секунды. Это рекорд. Мировой рекорд. Я тоже пытался кататься на перилах. Но это невозможно. Такое только в фильмах, когда чувак разбегается, вот так вот скользит по перилам и спускается вниз. Прыжок! А, она забыла прыгнуть, судя по всему. Это же соревнование, где нужно прыгать. Почему она не прыгнула? Как можно забыть прыгнуть? Щу! Он еще так улегся, как будто бы он это планировал. Прикиньте, он падает, приземляется и такой. Знаете, чем я стираю свою футболку? Так, так, классная идея. Прям супер. Сейчас дверь откроется. А, я думал, что она сейчас ногой откроет дверь. И ураган залетит в квартиру. И начнется полный хаос. Авана Кедавра. Это она наколдовала. Представь, ты ложишься спать, и потом на бейсбольным шаром, и ты просыпаешься и такой, я больше никогда не усну. Так, кто-то решил намусорить, судя по всему. Отлично. Отлично. Вот как убирать теперь весь этот мусор? Ого! Что за фигня? У него бутылка со спрайтом взорвалась. Страх номер один в детстве. Что вот эта бутылка с газировкой, которую ты сильно растряс, просто лопнет нахер. Что он делает? Он просто кричал «Just do it» и смотрел куда-то в отражение. Он поднимал себе мотивацию. А мотивацию что нужно сделать? Поднять! Картошка? Это авокадо. Фу, нафиг авокадо. Согласен с тобой. Нафиг эти авокадо. О май гад! Что за челлендж? Он кепку с первого раза смог закинуть ему на голову. Что там? Кто там? Фу! А это был Пеннивайз как раз таки. Мне кажется, ему нужно записывать мукбанги. Оу, нет, нет, плохая идея. Очень плохая идея. Это ты съел всю пасту? Он съел все сладости! Конечно, глупо он спалился. Так, кто-то съел зайчик. Я этого не делала. Слушайте, ну, по ее глазам видно, что она говорит правду. Она этого не делала. Она не ела все сладости. Кто-то пробегал мимо. И решил съесть все мои сладости дома. Опа. Там что-то ползет. Сороконожка. Крыса. Скорпион. Змея. Что это было? Медведка? Вы когда-нибудь видели медведок? Живых в огороде. Вот они действительно выглядят очень крипово. А еще более крипово обнаружить большую сороконожку у себя на стене. Фу, зачем я это представил вообще? Так, она решила съесть табаско. Ладно, я поделюсь с вами забавной ситуацией. Как-то раз я случайно выпил соевый соус. Мне было лет 13, может 11, не помню. Я пришел в ресторанчик, сел за стол, мне принесли чайничек. Я заказывал чай, если что. Я налил содержимое этого чайничка себе в стакан и выпил. Оказалось, что это соевый соус для суши. А чай принесли попозже, и на меня так странно смотрели. Это самый острый соус на планете, представляете? Ее родители заправляют таким соусом обычный свой завтрак. 10 миллионов сковелей.
Оу, да. Кто не поставил лайк еще под этим видео? Прям сейчас нажми на него. Ну что ж, если ты хоть раз засмеялся во время просмотра этого ролика, поставь лайк под этим видосом, а также напиши в комменты, сколько сердечек у тебя осталось. Не забывай подписываться, чтобы не пропускать мои новые ролики. Увидимся с тобой в следующем видосе. Адиас.